Запах жженой резины господствовал над зимним покоем озера Чемпионов, где в минувшие выходные прошел третий этап чемпионата в Тюмени и области по автоспорту в дисциплине ралли-спринт. В соревнованиях выступило более 30 пилотов. Отличия вообще колоссальные. То есть зима, лето совсем разные. Полностью меняем подвеску, полностью подготавливаю машину целиком по-другому. И тот, кто едет летом, отлично. Зимой может ехать намного хуже, потому что, ну, у каждого свой стиль. Чемпионат прошел в 5 классах машин. Квалификации с раздельным стартом. Зато в финалах параллельные заезды. У нас едут дети, едут девочки. И любой желающий может на стандартной машине поучаствовать в этих соревнованиях и неплохо проехать, если позволяют навыки вождения. В классе «Абсолют» победителем стал Руслан Худатов, выступавший на автомобиле Subaru Impreza.